Всем привет! Владимир Конкин тяжело переживает о случившемся с дочерью. София ушла из жизни при странных обстоятельствах. У нее осталась маленькая дочь. Сейчас о ней заботятся родственники. Девочка переживает очень сложный этап, а поддерживают ее члены семьи. Владимир Конкин отметил, что Алиса живет в семье его сына Святослава и в будущем никуда переезжать не планирует. «Я, к сожалению, удочерить Алису не могу, поскольку мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение», – рассказал актер. При жизни у Софии были напряженные отношения с отцом Алисы. Она развелась с бывшим мужем из-за того, что тот стал злоупотреблять алкоголем. «Сейчас мужчина не контактирует с семьей Конкиных. Он не связывался с нами после всей этой ситуации. Честно сказать, я не хочу обсуждать этого человека», – заявил артист. Единственное, о чем сейчас может думать актер, это расследование обстоятельств случившегося с Софией. Он уверен, что наследница не могла утонуть, ведь она с самого детства прекрасно плавала. К тому же артисту кажется странным, что именно в тот момент, когда его дочь находилась в бассейне, камеры в фитнес-клубе перестали работать. Сейчас по этому поводу ведется расследование. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Владимир Конкин продолжает разбираться в обстоятельствах. София долго пробыла под водой, после чего ее экстренно госпитализировали. Родственникам сутки не удавалось узнать, что же с ней произошло. Больше всего их насторожило то, что бойфренд дочери актера даже не пытался связаться с ее близкими. Сейчас семья подозревает именно его в причастности к произошедшему. Сам Конкин негативно высказался о любовнике дочери. Многие друзья Софии отметили, что ее бойфренд Михаил был крайне ревнивым. Влюбленные познакомились на специальном сайте, после чего начали встречаться. Однако у Софии были и другие ухажеры. А вот адвокат семьи Конкиных не сбрасывает со счетов никакие версии. Под подозрение попал и Михаил, и администрация фитнес-клуба, где все произошло. Напомним, что София находилась в напряженных отношениях с бывшим супругом. Мужчина почти не общался с дочерью Алисой. А экс-возлюбленном наследнице Владимир Конкин и вовсе отказался говорить, считая эту тему неприятной. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!